Вода во Владимире безопасна для здоровья. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Пробы водопроводной воды из 23 контрольных точек в квартирах и соцучреждениях показали, что неприятный запах снизился с 3 до 1-2 баллов, а микробиологические показатели в норме. Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в городе не превышен. Вода из реки Нерль пригодна для питья и хозяйственных нужд, заключают специалисты. Напомним, несколько дней назад многие владимирцы обратили внимание на неприятный запах водопроводной воды из Нерлинского водозаборника. Использовать ее люди опасались. Точную причину неприятного запаха так и не установили. Брала с граждан деньги и тратила их по своему усмотрению. Вознесенский городской суд признал виновной местную жительницу 1961 года рождения. Суд установил, что в 2015 году, будучи генеральным директором турфирмы, женщина получила деньги от обратившихся за услугами людей, однако свою работу не выполняла. Вместо оплаты путевок она сама расходовала средства. В результате причиненный ущерб составил более 500 000 рублей. Суд признал недобросовестного директора турфирмы виновной. Ближайшие 2,5 года она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. 8 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО. На соревнованиях по самбо и боевому самбо в Воронеже владимирские спортсмены выиграли 2 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых награды. Наши самбисты показали хорошие результаты и среди юниоров, и среди взрослых спортсменов. В общей сложности в первенстве и чемпионате ЦФО участвовали более 250 спортсменов из 16 регионов страны. Сборную нашей области представляли 28 человек из Владимира, Коврова, Александрова и Мурома. Суздаль в тройке самых популярных. Российский сервис бронирования жилья составил рейтинг малых городов страны, которые выбирают туристы для отдыха в новогодние праздники. В результате город-музей 33-го региона опередили только Великий Устюг в Вологодской области и Олонец в Карелии. Рейтинг составили на основе анализа броней гостиниц и домов с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Кстати, выяснилось, что туристы бронируют новогодние поездки в Суздаль в среднем на 2,5 ночи. На аренду жилья тратят 4,5 тысячи рублей в сутки на семью.